Где кормят кошек. Я с кухни начинаю. А что такое? А, ты корм готовишь? Карасики. Рыбу даешь им. Это караси летом ловили, насушили. И всю зиму кормим. Сами не едим. Вот так. Сегодня у меня жидковато получилось. Не горячее? Нет. Угу. Это у нас кочегарка в храме. Дверь подпертая. Смотри, чтобы не выскочили. Ой, кто кошечки мои. Рыжий, вот он где. Да вот он, соска. Ну, буска пришла. Вот они, сейчас посмотрю, сколько их. Вот они бегают. Вот они рыжие. Под пол, смотри, не упади. Вот они пошли, да? Да она любит, да она мне жила со мной, когда я летом приезжал. Вот это вот, вот. У нее пятнышко не черного. На улице застыли бы, всю зиму кормим, а этот ласкается, все поднимается на ножки. Ой, ой. Да, рыжий, что встретились мы? Давай. Ой, ой. Давай, рыжий, пошли скорее, пойдем. Ой. Давай, 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 залазь. Залазь. Оп, оп. Ну ладно, остался тут. Ой, как он тут раз. Это настоящий волк. Тигр, не волк. Ой, ой, ласкается. Ой, сейчас я тут зайду. Подождите, Володя. Ой, ой. А высота так. Балка вот до головы достает, а тут выше рукой. Не достаю маленько рукой до потолка. Во. Вот они где. Это сколько у них чашек? Три чашки. Всю зиму кормим. Вот они где. Вот они пошли. Надо было дверь-то прикрыть за собой. Они сейчас налезут туда. Куда? Да вон, вон где полез туда что-то. А, он пошел на двор. Вот он, наверх лезут. Вот они где. Да пришли. О, наш-то кот насколько больше. Смотрите, буска. Обычно же с кошками она агрессивна, а тут смирилась. Нет, она тут, видишь, наша встреча состоялась. Мы когда-то с ней любили друг друга. Она... Ну-ка, где она у меня? Где котя? Маленькие кошечки. Кусаться умеешь? Ну подожди, давай поглажу. Ну давай. Вот она пришла. Чернушка моя. Самая ласковая. Ну-ка возьми-ка. Самая ласковая. Да где она у меня была тут? А? Давай, давай. Вот они где забегали. Да хорошенькая кошечка. Да маленькая такая. Да, хорошая. Она со мной была. И под полом к Надежде Васильевне проникала в комнату. Вот она где. А тут что-то и земля насыпана, видно, ходят на двор. Вот надо там шинель, чтобы она не испачкана, поднять. Вон, видите, вот на этих выступах они спят. А-а-а. Ну, это она еще-то здорово тут это. Теплее, да? Конечно, теплее намного. Да, минуса не было уже ни разу. Ни разу. Ну, вот и все. Вот они у меня где, да беленькие ножки. А этот-то какой, да здоровый такой. Ой, как они ходят по палочкам. И эти тоже тут. Вот они. И сколько черненьких-то здесь? Четыре. Ну, давай, давай. Четыре? Да. Вот она, четвертая пришла. Ну, давай, давай. Вот эта с белой мордочкой самая пугливая. Самая пугливая, вот это вот, да? Да, да, да. Ой, какая она хорошенькая. Она любит ласку. Да любит ласку, но... Это я ее уже приучил, она сейчас дается. Приучил. А это грудка белая, это совершенно черная. Так, где у меня этот-то? Вон. Рыжий. Вон. Рыжий, подожди. Он выперся туда, на улицу пошел. Теперь не поймаешь его тут. Надо было прикрыть дверку-то. Какую?
Ну вот эту там вылез туда. А, так ты оставляешь открытую. Да. Ну, беды нет никакой. Ладно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Ну и слава богу. Это сегодня у нас, наверное, 15-е, да? Да. Давай-ка мне эту кастрюлю. Вот так. 15-е. Зернушечки. Ой. На столе-то у тебя как? Придумал вот это, хорошо. Только эти когда обратно кладить сюда, вот отсюда не брать, а то ты их другим концом, вот смотри, как поднимается, гляди. Вот так. Вот он как подошел. Ну, рыжий. Ну, а гляди, как подходит, он раз. То есть обтирает он, гляди. Оп. Никто так не умеет делать, а. Это как вот верный подпрыгивает. Это собака у Сережи. Кто его научил так делать, а? Ах ты такой. Его почему я сказал сюда унести? Он от того белого бежал. Ну, о, вот она где. Вот надо даже. А люди спрашивают меня рядом. Тут кошки черные были зимой-то замерзли. Где они? Я говорю, в теплом месте. В теплом. И сейчас иногда пытается что-то дать. Мы ничего не берем тут. Корм да. Собакам. Все. Да хороший, хороший. Да такой замечательный. Да здоровый. Ну-ка, сколько весит он? Подожди. У-у-у. Я не знаю сколько. Килограмма три свободно. Ну что, я выхожу. Ага. Не ходи сюда. Чуть-чуть. Решу, решу, решу. Сейчас, и отталкиваю его. Свет надо выключить там? Да-да, ну возьмите. Ну давай, все тогда. На этом держи кастрюлю. Сейчас. Я в погребе на день выключаю. Так, все, я ушел туда. Все, с Богом. Зайду тут сюда уже в детскую. Еще тут у них. Ага. Ну, все тут у них как надо. Все в детской тут. Полка, книжечки, иконы. Одежа тут висит у них. Батюшкин холодильник. И кровати трехэтажные. Палати называются. Ну, называю их не палати, а плацкарты. Иные называют нары. Тут хорошо было. Вот тут спал у меня Данила Плеханов. Тут перетянуто было, чтобы не упасть. Видишь, как красиво все обклеили. Изображение распятия. Часы. Неужели 8:30? По-моему, они не идут. А может и идут. Вот так. Земля обетованная. Это что? Это переплет мой. Печать наша церковная стоит. А что за книга? От пожара. Жития святых. За месяц июня. Это мне в Жан-Данвильской дали там. Я сам переплел их. Они были не переплетенные. А это что за книга? Церковно-певческий сборник. А кто их? О, важная книга. Это мой переплет, это я все переплетал. Видишь, как песнопение, все это люди старались. Это пожар был, комнату сожгли там. Женщина погибла у нас. И литература осталась вся целая, не считая для слепых там были такие по Брайлю. О-о-о-о. Ну что, мы начали кухни здесь, и кухня закончил я. Не кухня этой. Кочегаркой. Ушел. Вот, закрывайте двери. Выходить как. Вот слова какие тут важные. Я говорил на них проповедь в прошлый раз. Вот рядом здесь 10-летие Крестовоздвиженской общины. В 2001 году было. Это 19 лет нашей общине. 19 лет. Ну, тут все фотографии, надписи, тут уже не говорю. Это я занятия вел в разных университетах. Вот. Вот стою за кафедрой.
А это слушатели, студенты тут разные. С митрополитом Виталием в синоде. Это группа глухонемых была, теперь одна только осталась. Кто-то умер, кто-то ушел. Ну, то есть разные люди. А вон дети все. Дети нас лагерь оккупировали, коммунисты, и они с лозунгами стоят. Коммунисты, людоеды, руки прочь от лагеря стана. Все это было в прошлом. Вот, все по-разному, кто где. Ну все, пошел я. Вот, выходим мы в сене. Вот тут только заходишь, сразу список молящихся. И вот надпись. Второзаконие 22.5. Это как вот все сделано. А вверху тут надписи. Во храме его все возвещает, а его славят, Псалом 28.9. И идет видеозапись для интернета. Вот так это у нас заходишь, тут сразу помощь голодающим. Всегда у нас продукты, 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 продукты. И здесь это женская называется раздевалка. Ну, летом, конечно. Часть книг. Продукты, сахар, горох, мука. Это все не купленное. Это помогают так называемые спонсоры. Показать, что тут милосердие считается. Вот сюда. Ой. Показать тут, как заходишь сразу. Вот и дверь, а тут такая ширма висит. А что тут? Тут были книги. Сейчас уже мало тут осталось, коробки разные. Вот. Это маленькая коптерочка. Вот, вот тут закрыто все. А что закрыто-то? Книги. Книги, книги, которые у меня вышли, еще остались. Вот так. Это от старых. Здесь был свод спасения на водах. И сколько продуктов. Да. Это продукты дают. Все, то есть есть масло растительное, соль. Вот так. Ну и выше тут все понятно. Все, там уже сейчас на улице холодно. Я спрячу фотоаппарат.